На 24-м году жизни я поняла типаж мужиков, который мне нравится. И это понимание в очередной раз дало мне понять, что вот здесь у меня не все хорошо. Так вот, я без ума от мужиков, которые такие цепные псы, у которых ебло такое, как будто он вчера кого-то убил и получил от этого удовольствие. И вот мне бы хотелось, чтобы он ходил такой злой, рычал на всех, а я такая вокруг него бегаю счастливая, такая: ребята, не переживайте, все нормально, он у меня дома в лоточек ходит, он вообще котеночек. Ну, здесь не котеночек, ну, сами понимаете, а дома-то котеночек, все нормально. И это такая хуйня. Так вообще быть не должно. И вот это осознание дало мне понять, что у меня какое-то дико неправильное представление об отношениях вообще. По всей видимости, нам всем, мы хорошие, кто тащится от таких мужиков, нам всем давно и надолго пора к терапевту. Терапевту. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. А потом мне еще рассказывают, типа: да, Саныч, да ты ничего не понимаешь, да, там они выбирают таких вот надежных, да, вот, которые могут ее обеспечить, ну, выбирают для жизни, там, для женитьбы, возможно, да, а трахаться они хотят вот с такими, как она сказала. Ну, может быть, она немножко утрировала, но тем не менее. Ребята, это с пещерных времен еще пошло, когда вот самка, она выбирает самого такого здорового, самого волосатого, страшного самца, который сможет ее защитить, потому что мама, сука, бежит и прохерячит ее, просто снесет со всем ее потомством, вообще, короче. А ей нужна защита. А этот Вася, он с копьем, да, у меня тебе, мама, между бивней твоих, да, короче. А вот этот хлюпи, который, типа, надежный такой, удобный, как бы, да, ну, он хлюпи, его затопчет нахрен, мама, просто, и все. А самка знает, а потом она от него течет, да, потому что, когда он хочет трахаться, он ее не спрашивает, он берет за глотку, трахает ее, и все, вот так. Сучка! Понимаете? Все. Вот так вот. Вот. А этого, как бы, мама затоптала, ну и хуй с ним, съедим его на обед.